мы с вами наконец добрались до магазина пряжи. Называется он Элизе. Это сеть магазинов для рукоделия. Представлена она во многих городах Латвии. Конкретно этот находится на улице Мариес, дом 21 на втором этаже. Здесь можно найти и Дундагу, и Кауни, но, к сожалению, выбор небольшой. Подобрать пряжу на большое изделие, наверное, не получится. Буквально несколько пасм одинаковой расцветки я заметила. Ну, а на шапки, шарфы, варежки, конечно, достаточно и одной пасмы. Нет, конечно, выбрать можно. Есть очень интересные варианты. Ну, а про переходы цвета у Кауни все вы знаете. На образце это хорошо видно. Это бесподобно. Вот она. Красота неземная. Очень много Турции, выбор большой, но ничего исключительного. Все это можно купить и в наших магазинах. В общем, магазин славный, консультант прекрасно говорит по-русски, как, впрочем, и все, кто нам встретился в Риге. Вообще никакого ментального барьера, люди очень доброжелательные. Ну, а теперь я покажу вам заветное место, где просто залежи прибалтийской пряжи. Оставила, как говорится, на сладенькое. Если вы окажетесь в Риге и вас интересует именно Дундага и Кауни, то вам сюда, на улицу Стабу, дом 35. Это тоже магазин из сети Элизе, находится буквально в 10-15 минутах ходьбы от предыдущего магазина. Скажу вам честно, если бы не визовый режим, то я бы осталась здесь жить. Вот прямо в этом магазине. Это рукодельный Эдем. Я не богохульствую, это правда. Здесь превосходный выбор пряжи и производителей, и ценового сегмента. Но вот от этого стенда отвести глаз просто невозможно. Слева Дундага, справа Кауни. Не знаю, как у вас, дорогие мои, а у меня мурашки по коже. И самое приятное, цены здесь совсем не кусаются. Больше скажу, в наших краях та же Кауни стоит дороже. Ничего не поделаешь, логистика бесплатной не бывает. Турецкая пряжа, по крайней мере то, что я увидела, стоит столько же, как и у нас, в наших магазинах. Ну и, конечно, инструменты. Их тут большой выбор, большое разнообразие. Давайте сориентирую вас по ценам. Пасма Дундаги 204 грамма стоит 6,5 евро. Кауни, толстенькая нить, это серия 8/2, это где в 100 граммах 400 метров. Значит, пасма в 228 грамм стоит 9 евро. А тоненькая ниточка из серии 8/1, это где в 100 граммах 800 метров, стоит 4 евро за 130 грамм. I just want you in my possession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Oh, break up, break up. Break up, break up. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Break up, break up. Never been good at your discretion. It's not my thing, nor my profession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight.
На этом знакомство с Ригой можно считать успешным. Надеюсь, для кого-то эта информация окажется полезной. Ну а если вы не планируете отправиться в Латвию, то хотя бы развлекла вас. Следующая остановка – Таллин. Посмотрим, как там обстоят дела с пряжей. До новых встреч!